Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я расскажу и покажу, каким образом я буду сажать вот этот абрикос. Он уже посажен, но я сейчас дальше в видео покажу все этапы от подготовки посадочной ямы до вот этого завершающего факта с мульчированием приствольного круга. Ну что ж, дорогие друзья, давайте смотреть. Подготовка земли для абрикоса, для закладки этой плодородного грунта в посадочную яму. Для замеса, этих замесов будет несколько, потому что будет послойно добавляться в грунт. Я использую сульфат калия, это примерно на один замес у меня уйдет 50 грамм. Далее, для того, чтобы повысить влагонасыщенность почвы, я буду добавлять агроперлит 25% от объема грунта. Ну и также я добавлю где-то примерно 200 грамм на замес золы. Давайте все это вместе смешаем. Теперь добавляю посадочную яму. Посадочная яма двухуровневая. Здесь диаметр примерно 90 сантиметров. 90-90. На штык лопаты. Далее идет 60 на 60. Общая глубина посадочной ямы 70 сантиметров. Сейчас я этот грунт буду укладывать на дно. И обильно проливаю. Заполнили посадочную яму грунтом, сделал бортик для сбора дождевой воды. Вот так это сейчас выглядит. Следующим этапом это посадка непосредственно абрикоса на место. Продолжаем посадку абрикоса. Подготовили яму посадочную. В данном случае сюда я буду сажать абрикос патриарх. Это абрикос, выращен из косточек Валерия Константиновича Железова. Вот за 2 года вот он такой вырос, достаточно большой, немножечко подмерз. Вот сезон 21-22 года. Ну, это он зимовал, потому что прямо в этом контейнере. Посажен он 15.05.2021 года косточкой. И вот на вторую половину августа 22 года вот он такой вот вырос. Я, соответственно, его сформирую, еще подрежу. Перед посадкой я добавлю прикорневую зону микоризу. Решил добавить микоризу, в данном случае использую кормилицу микориза. Это микоризные грибы, скажем так, рода гломус. Добавляю я по объему 200 мл, это стакан воды. Добавлять я буду, как я уже сказал, в прикорневую зону. Сейчас я уберу саженец. Я определился, он у меня будет в этом месте расти. И я вот прям по этому месту как вот их распределяю. Это вот пятно посадки, контакта,
для корневой зоны. Ну, теперь таким образом просто ставлю, скрываем и сажаем. Устанавливаем на место. Аккуратненько освобождаем корневую систему, которая через отверстие вышла. Ну вот мы видим, да, вот микоризу рассыпал в это же место, вот таким вот образом устанавливаю саженец. В принципе, стоит он более-менее ровно. Сейчас я еще гляну. По плоскостям. Немножко в эту сторону. И добавляю грунт. Равномерно распределяю. Утрамбовываю. И проливаю примерно 5 литров на такой объем земли. И так далее. Заполнили посадочную яму грунтом, о котором я рассказывал в начале видео. При посадке абрикосов обязательно делать, их нужно сажать на холм. То есть, чтобы не заглублялось и не было в низине корневая ножка. Здесь в данном случае можно видеть, да, что посажен абрикос на холм, корневая ножка выше грунта, прямо на холмике. Видно вот здесь этот холм. Что буду делать далее? Далее я вот эту часть, начиная отсюда, вот этот холмик, вот примерно вот до этой части я посажу здесь газонную траву. Все, она здесь будет расти, заполонит, укрепит грунт от вползания, от растекания, да, под дождями. А вот эту часть, приствольный круг, вот с этим бортиком, который я сделал, я замульчирую. Соответственно, вода, стекая здесь с горки в приствольную зону, вот сюда, в эту часть, она будет здесь больше, дольше сохранить влагу за счет того, что эта часть будет замульчирована. Соответственно, давая питание корням, отводя от вот этого вот, скажем так, самого опасного места для абрикосов, от корневой шейки. При этом давая питание в зону корней. Ну что ж, давайте сейчас я это сделаю. Посею семена. Небольшим слоем. Утрамбовываю. Проливаю.
Таким образом мы видим, да, вода уходит по склону, с холмика стекается в приствольную зону и уводит, происходит отвод воды от корневой шейки дерева. Но завершающим этапом, как я уже сказал, это мульчирование вот здесь приствольного круга соломой. Мульчирую вот эту зону. Сейчас я еще раз пролью приствольный круг вот в этой части. На этом посадка абрикоса завершена. Вот так это сейчас выглядит. Посмотрим через некоторое время, когда взойдет, если она взойдет, потому что газонной траве уже много лет, не знаю, как схожесть семян. Если зайдут семена газонной травы, тоже покажу дальше в этом видео. Ну вот, как-то так будем смотреть и наблюдать дальше, как развивается дерево. Обрезку я в этом году делать не буду. Обрезку я сделаю весной следующего года. На этом все. Если вам понравилось видео, нажимайте мне нравится. Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!